Тролль под мостом. Это название триумфа на секретного босса, про которого мы сегодня и поговорим. Привет, Страж, ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и после рейда мне стали прилетать просьбы рассказать о секретном боссе под мостом. Кто это, для чего и как его убить. Объясняю. После того, как рейд «Последнее желание» был закрыт, имеется в виду, конечно же, не тобой закрыт, а вообще, когда его кто-то закрывает, локация «Город грез» меняется. Не только визуально, но и появляются новые задания и секретики. Вероятно, что со вторника они пропадут и заменятся на другие. Либо не со вторника, а с момента еще одного закрытия после еженедельного обновления, увидим. Вообще, у «Города грез» трехнедельный цикл обновления. Сначала чистый город, потом после одного рейда в нем становится больше одержимых, а на третьей неделе гады заполняют город еще больше. Но мы отвлеклись. На этой неделе после рейда доступна миссия «Сломленный курьер». За нее дается хорошая награда и все такое, но мы сегодня про секреты вновь тут говорим, так что объясняю. По ходу миссии вам нужно возвращать релики. Вернули один, отправят за еще двумя, и вот на этом моменте не спешите. Когда вы доберетесь до локации с садами, берите первый релик, отстреливайте толпы мобов, но второй не подбирайте. Пройдите чуть направо, и тут под мостом будет ждать большой одержимый – Одином. Он не будет обращать на вас никакого внимания, пока вы не нападете на него первыми. После первого же выстрела по боссу появится надпись «Одином восстает, чтобы измерить вашу боль». И не сомневайтесь, так и будет, особенно если у вас менее 541 единицы силы. В этом случае вы вообще не сможете убить босса, урон проходить не будет. Так что или позовите товарищей, у которых есть максимально высокое значение силы, либо отложите выполнение этого задания на потом. Однако, если вы его все же убьете, получите в свою книгу триумфов еще один скрытый ачивмент – «Тролль под мостом». А поверьте, через некоторое время все только и будут, что охотиться за этими триумфами и коллекциями, так что достижение может и не особо важное, но на будущее очень даже приятное. На этом, в общем-то, все. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк под видео и увидимся в новых роликах. Счастливо!